Всем привет! Меня зовут Любовь Стасюк. Сегодня хочу вам показать еще один новый необычный лепесток для бантиков. Его также можно использовать для цветков канзаши. Итак, для работы нам потребуется атласная и парчевая лента 5 см, длина отрезочков 10 см. Складываем отрезочки вместе и оплавляем огнем с одной и с другой стороны. Затем сворачиваем уголочки в серединку, так чтобы получился треугольник, и прихватываем клеем с одной, а затем с другой стороны. Складываем отрезок пополам, так чтобы треугольнички были сверху. Теперь складываем треугольнички еще раз пополам. Уголочек бантика подрезаем и спаиваем огнем. Поворачиваем изнаночной стороной к себе и посерединке фиксируем лепесток тоже с помощью огня. Вверху ставим капельку клея и аккуратно пальчиками формируем лепесток. Складываем вместе противоположные стороны, чтобы верх был полукруглым. Получается очень красивый лепесток, похож на глазик. В следующих видео я покажу, как сделать бантики с помощью этих лепестков. Всем пока, с вами была Любовь Стасюк. До новых встреч!